Река Тумбарлинка протекает через все село. Из-за того, что на берегу много деревьев, бобры облюбовали эти места. Они уже повалили десятки больших деревьев в этом районе. Тагирзян Ахмедзянов живет в непосредственной близости от реки. Она проходит прямо за его огородом. Мужчина, как и многие остальные жители, регулярно очищает водную территорию за своим хозяйством. Исполнительный комитет Тумбарлинского сельского поселения проводит большую работу по очистке берега и русла реки от поваленных бобрами деревьев. Ежегодно устанавливаются субботники с участием местных жителей. Приходится вкладывать немало средств и сил, чтобы разобрать то, что настроили трудолюбивые животные. С августа этого года вырубка деревьев проводится в рамках республиканской программы «Расчистка русла реки Тумбарлинка» в селе Татарская Тумбарла Бавлинского муниципального района. Работами занимаются специальная бригада. Олыбыз халқы да, сходларда обращаться итайды өздерінің сұраулары білен. Бізге шушы су бойындағы оғашларыны кесерге, баберларының платиналарын шестарту турында сұраулар еді. Шуңа көре республика программасы негізінде мына шушы су ярын Тумбарлы елғасының оғашлардан шестарту кесіп түплерін шығарып түгі башқарылайын дәлігісі күнді. Суяры хазыр шиста, баберларның платиналары юққа шығарылды. Шуңа көрі келесі елларда біз енді шанабыз, что біздің су басу шырақлары болмас дейіп. Очистка берега реки будет продолжаться до первого снега. Жители надеются, что после такой большой работы проблема беспокойного соседства с бобрами будет решена на долгое время. Айгуль Хусенова, Айгуль Идиатуллина, Булат Миязов, БРТ.